Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, 5 марта, и очередное счастливое утро уже стучится в ваши дома! Мы желаем всем отличного весеннего настроения. И в течение ближайшего часа мы разыграем для вас 7 коттеджей, 10 загородных домов и миллионы рублей. А в лотерее Госстату 4 из 20 крупнейший суперприз – 300 миллионов рублей. Возможность выиграть наши призы получат обладатели билетов сегодняшних тиражей 5 телевизионных лотерей. Лотерея «Золотая подкова», лотерея «Гослото» 4 из 20, «Русского лото», «Жилищная лотерея» и лотерея 6 из 36. А сколько денег мы сегодня разыграем, мы узнаем у нашего электронного помощника Алекса. Итак, Алекс. Всего в 5 лотереях сегодня будет разыгрываться 624 миллиона 443 тысячи 465 рублей. Призы всех наших сегодняшних лотерей уже ждут своих победителей, так что готовьте билеты. Мы держим все кулачки за вас на удачу. Ждите и верьте в свою удачу, дорогие друзья, ведь у нас выигрывают! Кстати, в этом на собственном опыте убедилась одна счастливая семья из Ростовской области. Ровно неделю назад в 222-м тираже жилищной лотереи они выиграли квартиру. Все внимание на экран. Добрый день. Это тот самый выигрышный билет. Да. Тот, ради которого мы приехали в город Москву. Вот он, настоящий счастливый билет. В руках можно сказать, что я сейчас держу квартиру. Проходите. Здравствуйте. А мы за выигрышем. Вот это гарантийное обязательство, которое получил Анатолий. Понятно, что квартиру прямо сейчас и прямо здесь он не получит, но согласно этому письму, в течение 45 дней он, как победитель, получит свой выигрыш в денежном эквиваленте, потому что он выбрал именно такой вариант, и получит на свой счет в банке. Спасибо. Поздравляю вас еще раз. Спасибо. Спасибо, Илья. А кто же выбрал выигрышный билет? Сын вытянул две лотереи, одна из них стала счастливой. Игнат, ну расскажи, какие твои были впечатления, когда вот была стоп-игра? Как шок. Это было? Шок. Да. Эйфория. Фонтан эмоций. Ну, у тебя, наверное, сразу были мысли, на что же мы с дедушкой эти деньги потратим? На новую закупку. От лица съемочной группы программы «Счастливое утро» я хочу пригласить вас в нашу студию, принять участие в одном из наших розыгрышей. Мы будем очень рады, если у вас получится. Ну, для нас это неожиданно, мы подумаем над этим. Давайте. Да, обязательно. Для нас это неожиданно, да. Ну что же, начнем «Счастливое утро» с приятного сюрприза. Встречайте счастливых победителей жилищной лотереи! Сын Игнат, папа Анатолий, его супруга Алена. Здравствуйте. 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 Добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы узнали, что выиграли квартиру. Ну, во время того, когда сын с дедушкой Колей выиграл квартиру, я был на работе, а супруга была дома. И сын позвонил, что мы с дедушкой выиграли. Ну и мы сразу, конечно, не поняли, мы не поверили, пока не поехали, не подержали билет лотерейный в руках, не увидели в интернете выигрышный билет. И вот так мы выиграли. Это До был сих пор шок. Не верится. Но это правда. Да. Но сегодня у вас есть уникальная возможность принять участие в розыгрыше сегодняшних тиражей наших лотерей. Начнем мы с главы семьи Анатолия. Алена и Игнат, вы пока что можете присоединиться к нашим зрителям, а Анатолий поможет нам с Иридой провести тираж «Золотой подковы».